это мой новогодний выпуск. Это моя благодарность вам за то, что вы со мной, с моими компаниями и с нашей командой. Всем, у кого нет времени сегодня смотреть видос, давайте так, просто с наступающим Новым годом. Желаю вам всех благ, здоровья вашим близким, успехов вам в наступающем году. Да, в этом выпуске будут скидки и подарки на все наши проекты. Можете смотреть дальше. Давайте по-честному. Внизу, в описании, я все указал. Просто переходите, так скажем, угощайтесь. С Новым годом, я вас всех люблю. Увидимся в 2019-м. Этот год, я думаю, ну, для меня будет очень мощным. Я хочу пожелать, чтобы у каждого из вас было это новыми свершениями, чтобы он был полон новыми свершениями, новыми победами. И он был так прям вышка, рок-н-ролл. Производитель спортивного питания Genetic Club заботится о твоем будущем. Выбирает только лучшие ингредиенты от лидеров мировой индустрии. Высокие стандарты, поставленные тобой вчера, становятся реальностью для наших специалистов уже сегодня. Продукция Genetic Club создается командой профессионалов на современном производстве по стандартам управления безопасности HACCP и ISO. Genetic Club – это отличный вкус, высокое качество и результат. Продукция имеет свидетельство о государственной регистрации. Очень много снега, правда? И у меня новогодний колпак. Ну, сейчас я его поверну. Всем привет. Да, это я. Это выпуск на Ютубе. У нас куча снега, и сегодня 30 декабря, конец года, поэтому подведение итогов небольшое. Расскажу, какие сегодня у меня дела, планы. И, естественно, в честь Нового года у меня для вас будут подарки. Поехали. Так, возвращаем шапку. Новогоднее настроение. Ничего с 28 декабря по 5 января в этой стране не должно происходить без одетой новогодней шапки. Мне кажется, даже налоги должны поднять после Нового года или объявлять курс доллара в 80 рубасов. Должны такие: «У-ху! С Новым годом!» Колпак одели и все. 80 рублей за бакс. Растущий. Дальше. Ладно. Колпак одели. Ну что? Ба-ба-ба-ба. Сейчас, короче. Ля-ляль, водичка. Как раз для меня. Ля-ляль. Еду, сейчас еду, думаю, вот меня, если остановят, вот с этим пакетиком, вот лежит прямо у меня возле коробки передач, тормознут, спросят, вот как объяснить, что это просто предтрен. Да, ребят, предтрен, вот эта формула в данный момент мне уже очень нравится, и при этом она еще не финальная, в январе придет еще несколько компонентов дополнительных, которые улучшит продукт. Телефон пилик-пилик, я вот сюда положу. Вот, но уже круто. Так вот, к Новому году мы колпак одели, мы, да, направо, одели колпак, это охрана. В нашей стране принято в конце года жаловаться, говорить, какой год был плохой, что год был тяжелый. Это, знаете, год был тяжелый, но в следующем году. Вот у кого был год тяжелый, в следующем году вы охуеете еще больше. Прям, блин, прям, ну, легче не станет. Вот. Теперь моя очередь. Традицию нарушать не буду. Буду. Год был хороший, год был насыщенный, работы было валом. Новые люди, новые встречи, новые проекты. Выросли колоссально. Я очень доволен. Следующий год будет еще жестче, будет прям реально хардкор. Кто любит все эти интернетные метания говном, ну вы вообще, наверное, насладитесь, потому что, ну как бы, трешняка будет дофига. Я, конечно, как всегда, остаюсь непоколебим, не обращаю внимания, потому что, как говорила моя бабушка, если наступить на засохшую коровью говяжку, она начинает вонять еще сильнее. Поэтому старайтесь на говно не наступать. То бишь не реагировать излишне на абсолютно незначительные события и людей. Не помогайте им двигаться. Вот.
Следующий год будет у нас ознаменован прям задачей по двукратному росту по всем направлениям. Что мы сделали в этом году? Ну, генетик. Генетик выпустил больше, по-моему, 30 новых позиций. Ну, это примерно больше, чем ассортимент большинства других брендов. Мы сделали еще 30. Я очень грубо говорю, можно посчитать, там посидеть. Но со вкусами однозначно, по SKU-шкам точно. У других примерно такой ассортимент в целом. Сейчас у нас где-то 220 SKU в 1С-ке компании, которые можно у нас заказать. Мы открыли сервис доставки еды «Мамин борщ». В плюс, вышел в плюс проект за 2,5 месяца. Считаю, хорошо. Врать не буду, планировали быстрее. Но, может, с запозданием мы решили этим заняться. Но я расскажу вам дальше. Это же не все. Мы открыли две столовые в одном из высших учебных заведений. На базе проводятся теперь корпоративы и мероприятия, кейтеринг, обслуживание обедами бизнеса и предприятий. Уже несколько контрактов у нас есть. Снабжение кофеен, кафетериев, небольших закусочных, готовой едой, сэндвичами, салатами. Короче, по итогу проект с едой попер просто вот так вверх, за что огромное спасибо моим партнерам, людям, с которыми я работаю, потому что нужно понимать, вот то, что олицетворяю я, то, что рассказываю я, это все-таки достижение охрененной команды из очень разных людей. Просто быть на виду немножечко запарно, сложно, и нервы сдают зачастую людей. Вот, поэтому с вами я. У меня нервов уже не осталось. Сдавать нечему. Что мертво, умереть не может. Так вот, проект по еде отлично пошло. Еда хорошая штука. Мы хотим еще столовые. Однозначно. Есть еще несколько проектов. Один из них подсказал Ваня Водянов. Отдельный привет, отдельный респект. Ребята, кто из Москвы, кто хочет вкусно, полезно питаться, Inferno Kitchen, кто хочет качаться, блин, в Чертаново, да, у Ваньки зал? Вот, так, в Чертаново, кто хочет качаться, идете в Inferno Gym, там еще будет сейчас Inferno CrossFit. Ванька, по идее, вообще молодец, хорошо двигается. Очень-очень хорошая хватка у человека в бизнесе. Поэтому... Да что ссылки вам давать? Никаких ссылок в описании не будет, я ленивый. Хотя при чем тут я? Не я же их буду делать, а сотрудник. Я скажу, чтобы сделал, если забыл. Сотрудник будет пересматривать видео, поэтому сделай, пожалуйста, ссылочку на Ваню тоже. Дальше. Самотекс. Самотекс отработал уже год. Этот проект, этот новый бренд гормона роста. И, блин, он занял хорошую долю рынка. Я очень доволен. В особенности, конечно, ну, как говорится, дизайн продает. Дизайн продает, поэтому в особенности Европа, азиатский рынок, они прям гребут отлично. Всех устраивает качество, всех устраивает эффективность, и всем очень нравится упаковка. Потому что, как ни крути, на самом деле не бывает гормона роста хорошего или плохого. Бывает либо гормон роста, соответствующий заявленным требованиям, либо это какой-то уже непонятный продукт, либо недолив, вот, который тоже кто-то заметен, его легко понять. А в остальном это примерно идентичные продукты, если мы говорим о высоком качестве, просто сделанные в разных условиях, в разных странах, разными там, скажем, сотрудниками, биоинженерами, с разной ценой. Да, понятно, что у аптеки есть дополнительные там накладка на налогов, логистики, растаможки, наценки аптечных сетей, фармскладов и так далее. Да, у Вандера другие свои расходы. Ну, в целом, как вы поймите, да, что важно, да, гормон роста либо есть, и он там достойный, либо там что-то уже другое, либо просто недоливы. Недоливы делают часто. Или недосып, наверное, если мы про сухой говорим. Кстати, сейчас сам еду в лабораторию. Получил образец одного из брендов сухого гормона. Сдам анализ, посмотрю, что выдаст. Ну, хотя бы понимать, что находится на рынке Российской Федерации. Расхваливали, сертифицированный, с документами.
китайского производства. Для сравнения просто интересно, что покажет. Но такая оперогенность была высокая. Оперогенность — это такое жжение при введении. Уже отвык от такого эффекта. Смотрек намного мягче заходит. Ну, потому что он изначально в жидкой форме, как европейские, там, нордики или амнитропы. Вот. К чему же новогодний выпуск? К чему колпак? Подарки, ребята, на всех наших проектах. Genetic Club, сайт geneticclub.ru. Вводите промокод RussellSuper2019 и получаете скидку в 19% и подарки. Если в вашем заказе будет гейнер на сложных углеводах с уникальным составом в мире, не имеющий аналогов, Gain Pro, то вы к каждой банке Gain Pro получаете баночку ZMA. Прочитайте, что такое цинк вообще, и поймите, что, скорее всего, вам этот продукт нужен в течение ближайших 3 месяцев, чтобы наладить свое состояние здоровья. По цинку дефицит очень сильный обычно у большинства. Ну, там, соответственно, еще и магний. И магний вам нужен непосредственно сам, и для биодоступности цинка он используется. И витамин В6 там же, да, куча. Почему? Потому что так принято. Вот, так все делают. Дальше. Если у вас будет... Я прочитаю. У меня записано. Я не хочу никого обмануть или что-нибудь забыть. Так. Если вы возьмете наш новый иммунокомплекс, опять же, продукт не имеет аналогов в мире. Есть похожие, есть очень близкие, но прям вот именно аналога нет. Придуман самостоятельно, разработан самостоятельно на основе того, что реально работает. Базовые два вещества в этом иммунокомплексе – это эхиноцея и экстракт чеснока. Дальше еще там 10 активных компонентов. Иммунокомплекс, новинка, вышла неделю назад, как раз таки вот под сезон зима-весна. При покупке иммунокомплекса вы получаете целую банку витамина С с полугравовыми капсулами. С одной капсулы в день вам будет достаточно для получения все необходимой дозы витамина С. Так что Gain Pro и иммуно кидаем в корзину, получаем уже два подарка сверху. Дальше. Каждый, кто делает заказ с этим промокодом, получает в подарок шейкер. Шейкер компании Genetic Club. Такой от меня лично вам маленький подгончик. Шейкеров много не бывает. Мне кажется, я их меняю, наверное, каждые месяца два. Потому что я вечно забываю их мыть. Это моя основная такая проблема. И, ну, вы сами знаете, что бывает с шейкерами, если их вовремя не помыть. Вот. Поэтому это подарки по Genetic Club. Дальше. Ну и скидка, соответственно, тоже. Скидка будет 19% на весь заказ. И не забывайте, что у нас есть бесплатная доставка. На сайте все расписано. Бесплатно даже курьеры возят у нас вот определенную сумму. По-моему, там от 4000 рублей по всей стране бесплатная доставка курьерами. От 3000 почтой по Питеру, по Москве. Не хочу врать. По-моему, от 2500. Но, пожалуйста, почитайте на сайте. Дальше. Мамин борщ. Мои друзья из Питера. Мамин борщ. Тоже скидка 19%. У вас будет на первый месяц питания. Называете Russell Super 2019. По звонку менеджеру. Бля. Прикиньте, да, сейчас скажете, не русский. Да, русский вообще. Союзный еще. В Союзе родился. Вот. Хочу на мамин борщ. Для наших дорогих ленинградцев, петербуржцев и петроградцев. Скидка 19% на месяц питания. Причем это может быть не единоразовая оплата, а понедельная. То есть, ну как вам удобно. Скидка весь месяц у вас действует на рационы. На любые рационы, которые представлены на сайте маминборщ.рф. Дальше. Соматекс гормон. Тут, наверное, уже интересно. 19% на Соматекс будет скидка. Теперь, сколько времени? Также по Соматекс с одним X, Соматекс с двумя X. .ru, .com. Вы вводите промокод на сайте, если там есть окно для введения кодов, это на Соматекс с двумя X. Если вы просто через Соматекс заходите, то при связи с менеджером указываете ему то, что вы от меня, и вам оформляют скидон. Вот, на все проекты у вас бонусы, подарки. Блин, а я свою шапку забыл, да, дома? Черт, я бы вам сейчас еще шапку показал красивую. Ну, не покажу.
меня за городом хорошо, а вот тут в городе вот это вот все грязно, серо и некрасиво. Пробки лютые, я не знаю, куда все едут 30 декабря, но... ну все едут за майонезом в магазин, блядь, не пройти. Я приехал сдавать анализы, да, быстренько сдам СТГшку, я вам говорил, да, проверить. И потом здорово, в пару банков надо перед Новым годом внулить карты. Конечно, народа просто жесть. Это вот Новый год, ребят. Вот это Новый год. Поэтому маме и теще покупаю подарки в последний день. Это балбес. Ну, вот так вот. Все. Парковался кучу времени у торгового центра. Мне кажется, это была самая большая проблема. Я таких пробок здесь не видел ни разу. Сейчас же все купим. Здравствуйте. Смотрите, сколько время? Я только добрался до зала, и сегодня такая легкая тренировка. У меня немножко бицепса. Так, бицепс, ты где? Хоп, бицепс. Чуть-чуть спины. Чуть-чуть спины. Упражнение на трицепс. Такая прям максимально легкая из возможного. Наполнится кровью, ну, чтобы можно было завтра хорошенько поесть. Я думаю, что и даже 31-го и 1-го я позанимаюсь во дворе, придумаю, что сделать. Почему-то мне кажется, что первое число будет очень-очень много становой тяги, 110 килограмм, ну, потому что все блины, которые у меня есть, или 120. И это будет отжимание, тоже так же до максимума, до упора. Вот такая будет тренировка 1 января. Кстати, сторис наверняка в Инстаграме будет. Можно будет посмотреть. Ладно, сейчас идем камеру поставить и поднимаем гантели. Вопросу о том, сколько протеина усваивается за раз. Я пью протеин чаще всего 3 раза в день по 2 порции за раз, то есть 6 порций протика за день. Сейчас я всажу 60 грамм протеина плюс 10 грамм коллагена, и вы не поверите, все усваивается. Я даже еще не умер в 20 лет от протеинов. Вот поэтому не слушайте глупостей про эти все усвоения по 30 грамм, пейте протик спокойно. Все, я закончил. Хороший насыщенный день, сделал, поехал я домой. Благодарю.
Вот закончилась у меня крайняя тренировка в этом году в зале. Завтра я еще хочу потренить. Я такой вот здесь новогодний. Сейчас поправим шапочку, чтобы видеть. Пришла мне куртка. Я всегда хотел куртку Alpha Industries. А в России не было никогда размера на меня. Вот с Америки заказали. Хочу ее скопировать для нас, для нового бренда одежды, который в 2019 году выйдет. Что сделать? Команда Спортлайфа. Всех ребят тоже с Новым годом. Вот. Ну все, я погнал домой. Еще раз вас всех с праздником, с наступающим. Давайте, поздравляйте друг друга, желайте всякого добра и позитива под этим видосом. Описание скидок, акций, сайтов, все внизу. Да. Я вас всех люблю, я вас всех обнял. Всем пока.